Лес Гроссман, кто это? Это огненный дракон! А, ладно. Огненный дракон. Говножуй. Для начала отойди от телефона и реально пожуй говна! Я не знаю, какую там пантеохианскую игру ты затеял, но Азия, Джек, это моя территория. Подумай, иначе мне придется к вам съездить. И я обрушу на ваши головы безбожный огненный дождь. Позвони в ООН, только ООН сможет мне помешать разбудохать тебя к ядрене матери. Я тебе, сука, обещаю выжженную землю. Я вас всех вырежу, засажу по самые гланды. Лес Гроссман. Мы денег не получить. Цена считать 100 миллион. Плати сейчас. Или завтра тебе, Джек, умирать. Класс. Дай-ка я запишу. 100 миллионов. О, погоди. У меня идейка получше. А что, если вместо 100 миллионов я сцежу тебе своего майонезу? А потом хоть шкуру с этого козла спусти. Наслаждайся, чувак, наслаждайся. Нет. А пока, как всегда, иди пожуй говна.